Ребята, всем привет! Долгожданное видео от нашего канала Demaster Tr Life. У нас было целых 2 недели перерыв, мы набирали сил, и сегодня наконец-то мы их набрались и хотим вам продемонстрировать самый полезный, самый правильный, самый надежный и самый бюджетный мотоцикл на сегодняшний день от компании Regulmoto, который называется Alfa RM3. Выпуска 2022 года, и это просто бомба на сегодняшний день, учитывая цены, которые сейчас на рынке мототехники. Перед вами, как обычно, Диман Борода. Сегодня я буду оператором, а также сегодня Диман без бороды, который будет тоже оператором и немножко соведущим. А главное, что он будет сборщиком нашего канала, и собирать он будет сегодня вот эту Альфу от компании Regulmoto. Но для начала мы спросим его, зачем ты взял себе этот мотоцикл? У тебя есть Avantis A7 Lux, у тебя есть Ирбис, у тебя есть дачный мотоцикл, который называется... Racer Enduro 200. Racer Enduro 200. Человек, 3 мотоцикла, ему мало, он взял зачем-то сегодня вот этот вот Regulmoto RM3. Что же он хочет? Скажи, что вы, олигархи, себе надумали? Зачем вы покупаете столько мототехники? Недавно я продал Racer Taurus 150, который вы видели на нашем канале. Он успешно пробыл у меня целый сезон, мне он понравился. Но мне не понравилось то, что его надо регистрировать в ГАИ, а это неприемлемо. Это засада. А теперь скажи, ну почему ты купил вот этот Regulmoto RM3? Я хочу иметь мотоцикл, мопед, который можно заправлять всего лишь раз в месяц. В отличие от наших А7, которые проезжают там 70-80 километров со скрипом. Поэтому Альфа — это наше все. Наш антикризисный мотоцикл. Вот такие рассуждения у Димана, оператора. А сегодня он будет у нас сборщиком и соведущим. Причем я сегодня буду, наверное, помалкивать, а говорить будет он. И говорить он будет о том, что же найдет он в этой коробке, что же он увидит здесь и с какими проблемами столкнется при сборке. А проблемы, конечно же, будут, потому что это мотоцикл родом из Китайской Народной Республики. Итак, сегодня мы начинаем делать анбоксинг этого мотоцикла, но в процессе поговорим с вами о том, что мы увидим. И самое главное, порассуждаем, нафига же мы купили этот мотоцикл. Ну, скажу честно, купили, конечно же, не один, а 2 таких мотоцикла, потому что у нас тоже 2. Поэтому, ребята, давайте погнали, делаю анпакинг, анбоксинг и прочее, что многие любят из вас. И посмотрим, как все уложено с Китая. Упаковка оказалась примерно целой. Ну что ж, внутри мы сейчас с вами все узнаем. И пока мы не открыли коробку, не сняли ее, давайте удостоверимся, что размеры коробки небольшие. И кому интересно знать ее габариты, слушайте. 155 длина, ширина 33 сантиметра и высота 88 сантиметров. Для тех, кто хотел забирать запакованную коробку с магазина и везти ее, знаете эти размеры. Ну давайте заглянем, что же там внутри. Удостоверимся, что там есть Альфа. Какая-нибудь Дельта. Так, ну вот, цвет у нас синий. Все вроде бы уложено бережно и упаковано в пленку антистресс. Мопед мы взяли RM3, потому что он более утилитарный. У него есть багажники, у него есть возможность вести вас на селе, делая какую-то полезную работу, не просто кататься. Он может иметь возможность закрепить какие-то кофры, какие-то рюкзаки, какую-то поклажу на боковые подставки, которые откидываются. И делает применение его максимально универсальным и полезным. Приборочка у нас старинного образца, с показателем скорости. Справа у нас тахометр. Заметьте, шкала ограничена 60 км в час. Хочу сказать, что данный мопед является именно мопедом, потому что двигатель маркировку должен иметь 139-ю. Это говорит о том, что двигатель здесь якобы 50 кубических сантиметров, точнее сказать, 49,9. ГИБДД не должны иметь никаких претензий по поводу передвижения вашего по дорогам общего пользования, не имея регистрации, не имея страховки, осмотра и прочих-прочих вещей. Поэтому только категория либо М, либо права с другой категории, трезвое состояние и шлем на голове, больше ничего не нужно для того, чтобы кататься на этом мопеде. Вот так выглядит упакованная Альфа RM3. Повреждения с виду отсутствуют. Небрежные китайские швы — это нормально. Ничего не потерто, ничего не разбито. Вроде бы все уложено на свои места. Все закреплено вот на такие проволочные стяжки. На другой стороне у нас тоже полный порядок. Судя по всему, это дуга безопасности. Картонки целые. В общем-то, все пришло аккуратно упаковано и... упаковка не выглядит раздограбленной. Сейчас быстренько разбираем упаковочку, вытаскиваем мопед, ставим на центральную подножку и начинаем оперативную сборку. Ну, конечно, с осуждениями. Как всегда, мы любим это делать. We'll be right back.
Вот так выглядит Альфа без упаковки. Хочу сказать, что она легонькая, мы не знаем, сколько она весит, но это и станет поводом к тому, чтобы ее взвесить. Мы узнаем, какой объем бензобака, мы узнаем, какой у нее расход, мы буквально все узнаем, и все это вы узнаете тоже, но уже от нас. Обзор на этот экземпляр, а не только на этот, но и на мой экземпляр, который тоже скоро соберется и появится на свет божий, произойдет на нашем основном канале, там будет полноценный тест-драйв, конечно же, какой-нибудь дальнячок на рыбалку, съемки с квадрокоптера, все будет очень интересно, мы обещаем. Ну а сегодня рассмотрим, что же мы видим в появившейся из упаковки, но еще не родившейся до конца. Это у нас Regulmoto RM3, тот самый мотоцикл альфа-образный, выпускают который, пожалуй, все производители, которым только это не лень делать. Мы выбираем именно Regulmoto RM3. Почему, я объясню чуть позже. А пока смотрим, что же есть в комплекте. Ну, во-первых, вот такая штуковина. Это у нас передний багажничек. Устанавливается он вот сюда, который имеет вот такую вот прищепочку, позволяющую вам фиксировать негабаритные вещи, надежно закрепляя их на нем. К примеру, вот так, и вы готовы к обработке растений от вредителей. Далее мы имеем одно из отличий этого мопеда от других. Переднее колесо, оно здесь спецованное, имеет стальной хромированный обод, ну а главное, конечно же, не это, а то, что имеются дисковые тормоза. Вы скажете, тормоза дисковые – это не редкость для мотоциклов подобного класса. Для мотоциклов – да, но для мопедов – редкость. А это у нас именно мопед. Ну и почему же мы все-таки выбрали мопеды, которые стоят у нас именно на спецованных колесах? Ну, потому что мы планируем катать не только по асфальту, использовать максимально по полной программе данный мопед и в лесу, и на дороге, и на даче. И для бездорожья спецованные колеса подходят лучше. Сюда у нас ставится, видимо, датчик спидометра. Тут есть тоже сальничек, мы с этим чуть попозже разберемся, смажем, спицы протянем, ну и дальше у нас будет полноценная правильная сборка мопеда. Следующий девайс, который я нахожу у себя под ногами, это ось для крепления переднего колеса. Дальше идет набор каких-то железяк, и я подозреваю, что это у нас боковая подножка с тягой заднего тормоза, с педалью того же самого заднего тормоза. Очень компактная лапка тормоза. Это не лапка, это педаль. Педалище, я бы сказал. Это педаль заднего тормоза называется. Ну, здесь ничего эксклюзивного. У всех альфа-образных вот такая вот боковая подножка, включая подставки для ног. Крепится она у нас где-то в районе двигателя. Разберемся чуть позже. Ну, а теперь посмотрим, какое же крыло. О, цвет интенсивно синий. А это же Альфа, это не эндуро мотоцикл, потому что форма крыла-то очень похожа. Кстати, да, форма крыла очень похожа. Причем здесь еще надевается небольшой брызговичок для того, чтобы, видимо, уберечь ваши ноги и двигатель от загрязнений. Сильно гнуть это крыло я бы вам не посоветовал, потому что я не могу сказать, что оно вообще эластичное в принципе. Но это не эндуро, ребят. То есть мы взяли комплектацию с таким крылом, потому что оно ставится максимально высоко и даст возможность вам кататься именно по бездорожью и по лесу. Так, далее, смотрите, ребята, что дальше у нас. Кенгурятник, настоящий кенгурятник, которым можно сшибать прям каких-то мелкокопытных животных. Ну, я сейчас говорю о козлах на дороге. Смотрите, ребят, вот так она устанавливается. Металл здесь, видимо, не сильно толстый, потому что вес изделия, ну, килограмма от силы 3. Я себе на машину поставлю. Идем дальше. Одна из полезных утилитарных штуковин – это откидывающаяся боковая подставка. Именно сюда можно грузить канистры, чемоданы, кофры, рюкзаки и прочие полезные в хозяйстве вещи и перевозить их на дальние расстояния. Так, дубль 2. Есть резиночки. Нога вашего пассажира не соскользнула. Как мило. Обручальное кольцо. Ну, вы поняли, что это прокладка уплотнительная. О! Ребята, это глушитель, самый настоящий, который должен сделать выхлоп вашего мопеда нераздражительно тихим. В общем, полный порядок, смотрится стильно. Черный такой строгий цвет. Вскрываем черный ящик, который совсем не черный. Упакованный в бумажку формата А4. Вот такая вот крышечка. Как вы понимаете, это для того, чтобы скрыть ведущую звезду. Дальше идет грызлоотбойник, очень такой компактный, маленький. Нужен ли он тут вообще? Вопрос, конечно. А вот тот самый брызговичок на крыло. Во, такие вот они заляпаны уже с завода, чтобы вы могли счастье иметь его протереть. Электролит в аккумулятор. Далее идет набор инструментов, который, как я шутил ранее, создан для капиталки двигателя.
Ну, вряд ли, конечно, поможет. Так, а вот это кронштейны крепления того самого кенгурятника. Далее чего-то к чему-то крепящие кронштейны. Ну и главное, что вот эта вот добрая кучка болтиков. Надеюсь, что сегодня на все пригодятся и ничего не останется. Лапка КПП. Вот с таким подпятничком, для того, чтобы вы могли и ногой, и носочком работать с коробкой передач. Далее идет у нас какая-то еще одна штуковинка. И вот такая штука, которая будет крепить, как я понимаю, гидролинию. Для того, чтобы она сильно не гуляла и находилась где-то в области переднего колеса. Немножко болтиков. И самое главное, без чего мы наверняка не соберем данный мопед, руководство по эксплуатации. Открывать сегодня мы его, конечно же, не будем, а собирать будем чисто интуитивно. Это все, что было уложено в упаковку, а это все, что висело на мопеде. Кстати, вот здесь располагается руль 22-го сечения. Устанавливается вот так. А как делается это конкретно, куда, какие проводки разводить, мы покажем вам чуть-чуть позже. Но сначала разберемся сами. Сейчас мы приступаем к сборке. Делать будем, конечно же, на ускоренке. Но пока что скажу, почему же все-таки выбор покупки Альфы пал на производителя Regul Moto. Это дисковый тормоз. Нету пока что по факту у мопедов Альфа других производителей. Это первое. Второе. Цена мопеда составляет в данный момент 76 500 рублей, что тоже ниже, чем у многих производителей. И третье. Ну, никому об этом не говорите. Объем двигателя составляет 120 кубических сантиметров. 120, не 110, как у других Альф. И прет он гораздо лучше. У него более сочные низы. И мы даже планируем 14-ю ведущую звезду, которая стоит здесь, поменять на 16-ю. Для того, чтобы иметь более комфортную по обороту двигателя максималку. На цилиндре написано 49 кубических сантиметров. Это значит, что мы имеем право гонять по дорогам общего пользования. Ну и наличие всевозможных багажников, крепежей. В частности, багажника для установки кофра. Все это дополняет прелести данного мопеда. Ну а главное, его вес, компактность. Нет нужды оформления никаких бумажек в никаких органах. Сел и поехал. Трезвый, шлем, права, свободен. Ну а теперь вообще давайте подведем небольшую черту. Зачем, в принципе, мы взяли мопед? У нас есть Avantis A7 Lux. У обоих есть. Мы на них, кстати, скоро поедем. Ну, сезон открывается у нас буквально на днях. Сегодня идет дождь, погода не очень. И у нас есть возможность собрать Альфу. Почему мы не взяли электросамокат? Ну, во-первых, потому что катание на самокате не очень удобно. Он совершенно не утилитарный. На него ничего не зацепишь, не прицепишь. Он может передвигать только ваше тело в пространстве. Нам не сильно подходит. Так же, как электровелик. Потому что его требуется подзаряжать, а делать на дальних расстояниях абсолютно негде. Здесь же залил полный бак бензина весной и осенью вспомнил, что бензин кончился. Поэтому нас это вполне устраивает. Почему мы не взяли малокубатурный мотоцикл? Он тоже компактен, он позволяет маневрировать в городском потоке, ехать и на нем не стрёмно. Ну, потому что его требуется оформлять в ГИБДД, требуется делать страховку, с которой, кстати, проблема. Почему-то страховщики не любят страховать, никак не хотят страховать мотоциклы. И я узнал об этом всем недавно, когда попытался продлить страховку на свою Яву. Это настоящий квест, и сделать это можно только с помощью специальных людей. Ну и в целом, малый расход топлива. И не требуется никакая вот специальная подготовка. Буквально скидал, немножко смазки протянул и погнал. Сделаем, надеюсь, быстро. В общем, это максимально универсальный мотоцикл не только для города, но и для села, и, в общем-то, для любых задач. Все, хватит базарить, погнали собирать.
Прошло не так уж много времени, как мы собрали всю переднюю часть. Крыло, установили колесо, смазали все, что было необходимо смазать, установили кронштейн для удержания гидролинии, и главное, чтобы все показали это на камеру. Также установили тот самый пресловутый, делающий утилитарным этот мотоцикл, вот такой багажничек с прищепкой. В общем, собралось все легко. Напильник, болгарка, сварка нам не потребовались. Кое-что мы подогнули, кое-что подогнали, но это все мелочи жизни. Установили рычаги, зеркала, зубоотбойник. Ну и теперь можно сказать, что мотоцикл собран на одну треть. С передней частью, по крайней мере, все покончено. Характерная особенность данной модели то, что подшипники рулевой колонки оказались смазаны. Здесь стоит шарикоподшипники в обойме. Сверху и снизу они одинаковые. Все было протянуто, но мы убедились, что все хорошо. Добавили свои смазки и собрали все заново. В общем-то, здесь ничего плохого мы сказать не можем. Немножечко смазали трос сцепления, потому что он немножко жестковат. Возможно, приработается. От росгаза смазывать пока не стали. Все вращается легко. Заслонка с щелчком возвращается на свое место. Сейчас посмотрим, насколько же красив бензобак данного мотоцикла. И продолжим сборку. А собирать нам нужно заднюю часть со всеми прибамбахами, которые лежат у нас вот здесь в уголке. Ну, а также установить всю периферию. Подножку, кенгурятник, рычаги кикстартера и переключатели КПБ, а также крышка, которая будет закрывать нашу ведущую звезду. Все лежит в кучу у нас, потому что мы уже примерно прикидываем, что зачем пойдет очередной сборки. Ну а метис у нас убавляется. Мы немножко разложили его по тематике. Ну, к примеру, вот эта горстка у нас лежит для того, чтобы закрепить тормозную педаль и все для ее крепления. Это вот две стяжечки для электропроводки пока лежит и ждет своего назначения. Эта резиночка, видимо, устанавливается под сиденье. Там есть небольшой отсек для инструмента или инструкции. Этот метис весь предназначен для крепления задней части, ровно как эти болты, гаечки, гроверы, шайбочки, и все это пойдет для крепления задних дуг и багажника. Ну и вот эти шайбы, это идет для крепления амортизатора. Вторые шайбы идут в тоже для крепления нижней поручни амортизатора и крепления к ней боковых раскладочных подножек. Ну, это декоративные гаечки, идущие в то же место. Назначение этих винтов нам пока не ясно, но надеюсь, мы потом поймем это позже. Ну, а это наша любимая кислота, либо электролит, если говорить научным языком, потому что аккумулятор нам предстоит извлечь из вон того отсека, который находится по левому борту мотоцикла, и заправить его, потому что он, сука, заряженный. Ребята, не ругайтесь, это литературное слово, позвольте себе применить его. В общем, все, начинаем дальше все это делать. Ну а прежде я покажу вам красивый насыщенный цвет данного мопеда. Вот так вот. Не металлик, конечно, но смотрится интересно. Рубленые черты бензобака, кстати, тоже характерно отличают эту модель от некоторых видов Альф. У других они просто круглые. Возможно, большего объема, но это красивее. Ну все, мы начинаем дальше двигаться и делаем это опять, как обычно, с убыстренкой, а вы за нами наблюдайте. И кто хочет собирать такую же Альфу из коробки, пусть данное видео станет для вас мануалом.
все, наша альфа почти собрана. Осталось поставить только один элемент, который располагается у нас вот здесь вот. И должен нагибать вокруг заднего крыла. И немножко делать более жесткую схему вот с этими откидывающимися подставками. В общем, альфа перед вами предстала практически в полном виде. Установлен кенгурятник. Поставлена вся периферия. Глушитель. Педаль заднего тормоза. Кстати, с рычагом кикстартера нам кое-что непонятно. Дело в том, что если поднимать его в то положение, в котором, ну, должен он располагаться, судя по всему, то он сильно мешает пятке вашей правой ноги. И поэтому мы решили его положить горизонтально, для того, чтобы он не был препятствием для работы вашей правой ноги педалью заднего тормоза. Ну, в общем, в целом, первое впечатление у мопеда хорошее. Ну, а по поводу сборки мы сейчас спросим его владельца, какие впечатления же все-таки сохранились у него. Ну, говори, что тебе понравилось, что не понравилось, счастлив ты, как ребенок или нет, расскажи. Насчет того, счастлив или несчастлив, покажет тест-драйв, это будет очень скоро. Насчет сборки проблем не было, собирается он на раз-два, я думаю, что любой, даже ребенок 12 лет, 14, для кого этот мопед и будет предназначен, соберет его спокойно. Ты хочешь сказать, что ты мальчик 15 лет, ты себе его купил, чего врешь людям? Я в душе очень молод. В общем, впечатления о сборке остались только положительные. Собирается все без напильника, болгарки, сварки и других тяжелых инструментов. Вот такое независимое мнение эксперта вы только что выслушали. Ну, а я хотел бы вам сказать от себя. Ну, в целом, да, удивило то, что мы сегодня не прибегали никаким тяжелым инструментам, которым обычно чаще всего приходится прибегать. Мы не резали нигде даже резьбу. И в целом, не озадачено тем, что мы увидели. Мопед по-настоящему компактный, легкий. В общем, давайте, наша цель сейчас запустить мотоцикл, убедиться, что работают все световые приборы, залить в него порцию бензина, который хватит на полсезона. Вот так открывается крышка бензобака. И я думаю, что вот этого литра нам хватит как минимум на обкатку и путешествие длиной в 100 километров. Бензин мы заливаем сегодня 95-й, потому что другого у нас просто нет. Но учитывая качество бензина в целом и то, что он не соответствует фактически заявленным своим характеристикам, 95-й бензин он скушает с удовольствием. Мы уже знаем объем топливного бака, он составляет под крышку около 10 литров топлива. В общем, все, из прелюдий переходим к делу, открываем топливный кран, поднимаем его на резерв, затем переносим ключик зажигания в район замка зажигания, вставляем. Так, что же произошло? У нас появился индикатор включенной передачи, показывает он 0, значит мотоцикл у нас на нейтралке. Если мы двигаем клавишу габаритов в первое положение, у нас активируется панель приборов, появляется габарит фары, заработала подсветка номера, она, кстати, в белом сегменте, и лампа габарита. Уже хорошо, давайте проверим, включится у нас ли фара головного света. Так, есть. Переключаем на дальний режим, на дальний свет. У нас все работает. Это уже не может не радовать. Ага, проверим клаксон. Ох, какой громкий клаксон. Поднимаем обогатитель на карбюраторе. Установлен у нас Nibe PE19. Вот такой компактный карбюратор. Ну и все, как говорится, с Богом. Карбюратор мы не крутили, ничего не настраивали. Это у нас буквально реально первый запуск. Так, нажимаем тормоз. Ничего не происходит. Нажимаем сцепление. О. И оно ожило. Так, а если уберем обогатитель? Вниз полностью. Ребят, ну если бы каждый эндурик, особенно с карбюратором ПВК-34, так работал, я бы упал на колени и начал молиться. Работает классно, ровненько. Выхлоп очень негромкий. Сейчас наша задача прогреть двигатель, затем слить полностью китайское масло, которое залито в картер. Зальем нашего маслица, ну и дальше будет небольшой маленький тест-драйв, где мы проделаем первые шажочки на этом мопеде. Но сначала мы проверим натяжку спиц, потому что здесь, скорее всего, они тоже не протянуты. Как всегда, зависает стрелка тахометра. Кстати, стрелка спидометра зависает абсолютно так же. Вот такая особенность. Пока обороты не убавляем, пусть все будет так, как есть. Подождем 10 минуток и новое включение с заменой масла. Ну вот, мы сейчас подходим к тому моменту, когда надо избавиться от китайского транспортировочного масла. Кстати, я здесь, меня видно, да, хорошо. Вот, для этого нам нужно открутить вот эту вот сливную пробку. Иногда китайцы затягивают с усилием 100 тысяч меганьютонов. И в нашем случае она оказалась не перетянута. Это хорошо. Иногда производители устанавливают пробку с неодимовым магнитом. Как же здесь? Есть неодимовый магнит или это просто пробка?
Так, нет, магнита здесь никакого нет, просто бюджетная пробочка. Маслица у нас медового цвета, по консистенции оно такое же, как обычное масло. Ничего нет, кстати, можно руки погреть. О, хорошо. В масле есть небольшое количество металлической блестящей стружечки. Но это абсолютно нормально, потому что после сборки двигателя всегда в нем остается какая-то металлическая пыль, в лучшем случае, в худшем стружка. Вот по этой причине обязательно нужно менять масло двигателя, даже если оно, по вашему мнению, хорошее. Если у вас совсем нет денег на новое масло, кстати, такое вполне возможно в наши реалии с подорожанием цен, то есть одна прекрасная альтернатива. Все масла прилично подорожали, кроме одного масла, которое почему-то не подорожало. И называется оно вот так, Bike for You. Мы приобрели несколько банок на сайте Bike for You, одноименное название. И утверждают, что это масло ничуть не хуже масла Матюль. При том, что ценник на него больше, чем в 2 раза дешевле. Причем они гарантируют, что качество этого масла на уровне Матюля. Поэтому сегодня мы заливаем свои регули вот это масло. Ну и заодно тест-драйв покажет, насколько хорошо или плохо это масло. Пытаемся выгнать все масло с боковых крышек. Чем больше мы его сольем, соответственно, тем больше будет вероятность, что в вашем картере останется только хорошее масло. Собственно говоря, поэтому и прогревают двигатель для того, чтобы, во-первых, поднять всю взвесь, которая в нем находится после сборки, ну и чтобы увеличить его текучесть. Все, мы дождались, пока все масло покинет пределы картера. Закручиваем обратно пробочку. Впоследствии мы, наверное, приобретем сюда пробки с неодимовым магнитом. Мы находили такие на AliExpress, и они реально работают. Они собирают очень много взвеси, мелкой взвеси из масла и стальной стружки. Мы имеем двигатель, на котором не установлен никакой фильтр. Ни грубо, ни тем более тонкой очистки, поэтому здесь просто Бог велел иметь хоть какое-то средство, которое позволит вам избавляться от загрязнений масла. Все, наше масло сейчас будет заливаться в картер. То, что слили, вот так, посмотрите. Отворачиваем пробку заливного отверстия. Сейчас будем заливать масло в картер. Объем заливаемого масла будет у нас 800 грамм. Если масло будет чуть больше, ну ничего страшного не произойдет. Главное, чтобы не было залито под крышку. Вот так вот, ребята. Масло у нас сегодня с антикризисной ценой. Ну и льем потихонечку. Цвет, кстати говоря, нормальный. Оно, конечно, не красное, как Матюль. Но с другой стороны, вспомните времена наших отцов и дедов, когда кроме Автола и Негрола ничего не было. Кстати, многие спрашивают, сколько масла заливать в мотор 174 мм, который установлен у нас на Авантисах. Есть мнение, что лучше заливать 1300. Почему? Ну, потому что есть предположение, что с таким объемом масла сцепление дольше живет. И я как раз в этом сезоне залил 1300 мл. Молодец какой. Вот мы оставляем здесь в районе 200 грамм. Ну вот, судя по щупу, у нас он полный. Судя по щупу, масло есть, и нам этого будет вполне достаточно. Ну, вы уже понимаете, чем дело пахнет. Дело пахнет тест-драйвом. Мы сделали все, что необходимо, кроме того, как смазать цепь и накачать колеса. Проверили натяжку спиц, на удивление, они все протянуты. Так что зря я говорил. Сейчас мы делаем подкачку колес. И еще хочу заметить очередную особенность. Обычно на всех мотоциклах колеса перекачаны. Здесь они абсолютно пустые. Китайцы пожалели воздух. Кризис. Китайцы пожалели воздух. Это же не газ, это же воздух. Почему вы пожалели на молоке? Очень интересно узнать, как же работает дисковый тормоз. Потому что кататься на других мопедах мы уже имели такое счастье. Там были тормоза барабанные. И хочу сказать, что передний тормоз барабанный работает так себе. О, поднимается, да, прям видно, как работает. Да. Почти пневмоподвеска. Ну, давайте сделаем где-то 1,8, вот так. Не дали нам протестировать китайский воздух в колесах. Накачаем своего российского воздуха, пропитанного праздничным настроением. Кстати, поздравляю всех с 1 мая. Сегодня у нас 2 число, вчера мы его отмечали, конечно же. Вот. А заодно поздравляю всех с наступающим праздником Великой Победы 9 мая. Сегодня мы постарались снять, пусть на ускоренной съемке, но максимально подробную сборку, для того, чтобы жители, которые не имеют возможности получить информацию с другого источника, как с Ютуба, увидели подробный видеоманувал. Ну все, делаем тоже 1,8. Сейчас наша цель — проехать парочку метров хотя бы по гаражам, выскочить на дорогу, на асфальт, проверить, включаются ли все передачи. И я думаю, на этом мы закончим сегодняшний наш ролик. А тем, кто досмотрит его до конца, мы ставим личный лайк от себя. Проехали первые метры. Ну, в общем-то, все хорошо и ожидаемо. Все работает, ничего не отвалилось пока что.
характерная интересная особенность. У всех Альф переключение передач происходит по-разному. У некоторых все вниз, упираемся в тупик, у кого-то первая вниз, потом три вверх через нейтралку, у кого-то все четыре наверх, ну, в общем-то, у всех четыре передачи, по крайней мере, на тех моторах, которые мне попадались, было у всех четыре передачи. Здесь тоже четыре передачи, но работают они все вниз. Для того, чтобы отправиться в далекие дали, вам надо нажать педальку вниз, получается первая передачка, затем вторая, за ней следует третья, я жму педаль вниз, затем четвертая. Вы катитесь на всех парах. Перед вами красный светофор, и вам нужно внезапно найти нейтралку, и а-ля жмем еще раз, и у вас нейтралка. И все это происходит, в общем-то, одним движением вниз. Если вам нужно понизить передачу, ну, тогда работает ваша пятка. Пинаете пяточкой, и у вас все происходит. В общем, по-своему это интересно. Главное не путаться, если вы сели только что после мотоцикла. Все работает, спидометр здесь до 60, видимо, чтобы не было палева перед сотрудниками ГИБДД. Но стрелка, честно сказать, уходит за 60 и куда-то уходит на второй оборот. Пока мы слишком много не дуем, крутить на обкатке больше 6 тысяч не рекомендуется. У нас появилась мысль поставить вместо 14 ведущей звезды 15 или даже 16 для того, чтобы повысить максималку. А если не удастся повысить, потому что не хватит мощности, хотя бы сделать более комфортные обороты на скорости 60-70 км в час. Что касается посадки. Посадка здесь, конечно же, низкая, никакие параллели с эндуриками мы тут не проводим. Ну, похоже на классический мотоцикл, ну, к примеру, как на моей Яве, в общем-то, посадка примерно на том же уровне. Органы управления здесь удобные, пульта 2. Если хотите узнать подробнее, смотрите наш обзор, мы там все покажем. Ну, скажу интересную штуковину, которую я раньше не видел на мопедах, это вот такая вот моргалка светом. Для того, чтобы все понимали, что вы чем-то недовольны и хотите, чтобы вас пропустили. Мопед очень легкий, маневренный. Такое ощущение, что с ним справится даже мальчик детсадовского возраста. Маневрировать в потоке с ним будет очень легко. Ну а чтобы вы не ошибли свои ноги, проходящие мимо транспорта, у вас есть вот такая мощнейшая дуга безопасности. Я считаю, что эта комплектация самая прикольная. Хотя назвать ее городской я не могу. Это больше все-таки для седла, для деревни. Если хотите городской мопед, берите RM4. Он более красивый, он на литье. У него нету лишних прибамбасов. И он похож на малокубатурный мотоцикл. И у него есть прикольное низкое крыло, которое и крепится как раз на эти болтики, которые сегодня нам практически не пригодились. Ну давайте я немножечко прокачусь здесь. Включаем первую передачку. Тут же вторая. Первая нужна, пожалуй, для того, чтобы ехать в горки. На вторую он охотно едет. Причем трогаться можно также замечательно со второй передачи. Давайте попробуем. Передача у нас вторая. Плавненько отпускаем сцепление, слегка подталкиваем. И мы едем на второй передаче безболезненно. Я не лезу специально туда, потому что там ездят автобусы. И сегодня на улице сильный ветер. Поэтому тест-драйв у нас сегодня будет вот такой пятачковый. Это где? Оператор меня караулит за будкой. Вот так. В общем, по сути дела, самые рабочие передачи, на которых вы будете ездить, это вторая, третья, четвертая. Ну, четвертая передача достигается уже через 3 секунды после того, как вы начинаете движение. Сцепление уже слегка подразработалось. Мы смазали тросик, потому что, ну, поначалу нам показалось очень жесткое. Трос стоит довольно-таки длинный здесь. Явно наблюдается его избыток. Он у нас проходит буквой S. Руль высокий, держать удобно. Ну, в общем-то, если относиться к этому мопеду как к дорогущему мотоциклу за 30 тысяч рублей, претензии к нему, конечно, были бы. Но если мы понимаем, что мотоцикл стоит 76 500 рублей на сегодняшний день, увы, цены все-таки поднялись, то требовать ему большего и смысла нет. И только ни в коем случае не думайте, что мы бросили наши эндуро-мотоциклы и пересели на Альфы. Конечно же, нет. Мы взяли эту технику для того, чтобы она заняла свою нишу в нашем гараже. Очень часто требуется выехать в город буквально на 5 минут, и делать это приходится в час пик. Если это сделать на своей машине, вы потратите не один час времени и денег, потому что вам придется тупо стоять в пробке. Если даже идти пешком, такое ощущение, что это получится быстрее. На мопеде же все-таки можно лавировать эти дорожные преграды, можно где-то проскочить по дворам, можно немножко нарушить правила, потому что номера здесь нет. Главное не ездить в нетрезвом виде и вести себя более-менее адекватно на проезжей части. Нам нужен этот мопед в первую очередь для того, чтобы выскакивать вот на такие недолгие поездки в город, в пробке, для того, чтобы можно было отправиться в соседний лес за грибами, причем даже сделать это вместе с женой, потому что его не жалко, на него можно нагрузить много чего и удобно разместить благодаря вот всяким дополнительным багажникам. Расход топлива здесь только радует, он абсолютно не затратен. Ну а если все-таки он вам надоест, наскучит и вы решите его продать,
то можно всегда это сделать, потому что они пользуются сумасшедшей ликвидностью, особенно если находятся в хорошем состоянии. Вот такая покупка для нашего гаража. Он у меня точно такой же, но темно-красненький. И скоро вы его увидите во время тест-драйва, во время нашего обзора, взвешивания и прочего на нашем основном канале Димас ТТР. Пожалуй, на этом мы подводим жирную черту. Без шуток, мы приобретаем эти мопеды для себя. Это не реклама, это только потому, что мы искали долго что-то похожее. Сейчас любители скутеров начнут бомбить и говорить: нафига вы взяли эту штуку, надо какую-то каркалыгу тыркать, смотреть за переключением передач, все это очень неудобно, возьмите скутер и не знаете бед. У нас был скутер, он был, правда, 150-й у нас, на нем можно ездить по городу, но у него есть огромный минус, большой объем пластика, он буквально весь в коконе, если вы немножко шоркнулись, где-то задели, он лопается, а потом найти целый пластик такой практически невозможно. А паять его бесконечно тоже надоедает, к тому же его надо красить, чтобы он не выглядел как бомж-мотоцикл. И поэтому мы все-таки делаем акцент вот на такую технику, на которую мы, в отличие от скутера, опять-таки можем поехать в лес. У нас здесь большие колеса, у нас здесь мономальски какая-то подвеска, которая имеет явно ходы больше, чем мопеда. И нам его не жалко повалять, побросать, с ним ничего не будет, потому что он больше железный, чем пластиковый. Кроме вот этих боковинок из пластика и крыла, здесь нечему ломаться в принципе. Поэтому, ребята, все, на этом заканчиваем. С вами был канал Димас ТТР Лайф, я его ведущий Диман Борода, а также Диман, который сегодня блеснул во время сборки мотоцикла, и он сегодня тоже высказал свое мнение по поводу этой техники. Ну, я думаю, эту практику мы будем продолжать в нашем условном формате на лайв-канале. И все, ребята, всем пока! Всем пока, дорогие друзья! Увидимся на основном канале!